За ремонт здания техникум на улице Ердякова придется платить собственникам, а вот за утечку воды в подвале этого же здания жильцам близлежащих домов. Вот уже 3 недели в подвале учебного заведения скапливается горячая вода. От испарения отпала плитка с потолка, на стенах образовалась плесень. Все эти беды, говорят руководители техникума, потому что в подвале авария. Теплотрассу там прорывает каждый месяц. Трубы эти принадлежат сразу двум теплоснабжающим компаниям, и пока каждая из организаций по очереди выезжает и на место и оценивает аварию, вода бежит беспрестанно. Теплотрасса вообще сама по себе проложена неправильно. Если бы она была проложена по земле, то и доступ был бы в принципе проще. И зданию не приносился никакой вред. А сейчас теплотрасса проходит по подвалу учебного здания, и все проблемы, возникающие и слева, и справа, собираются в этом подвале. Из-за такого плохого состояния корпуса студентам отменили занятия, и возобновить учебу здесь в ближайшее время вряд ли получится, говорят преподаватели. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, руководство учебного заведения написало жалобу в прокуратуру, а также обратилось в суд. Надеется, что хотя бы таким образом проблему удастся решить.